Друзья, всем привет! Сегодня проснулся и понял, что что-то не так. Что-то изменилось. Какой-то звук, шум в ушах. Я долго не мог понять, что это. Я сделал зарядку, звук не утихал. Даже становился сильнее. Я умылся, позавтракал. Но звук продолжал нарастать. И тогда на вопрос от жены, что ты будешь с чаем, я вдруг неожиданно для себя проорал «Пиу-пиу!». И я все понял. Настало время поиграть арбалетом, друзья. И сегодня я буду играть именно арбалетом. Ну, еще спать на диване. Ну, а так все в порядке. Шутки шутками, а погнали поиграем арбалетиком. Для этого специально переделал я еще один свой аккаунт, который изначально планировал под Хога 2.6, но у меня уже есть аккаунт с Хогом 2.6, поэтому этот аккаунт легко переделывается в арбалет, тем более арбалет я уже заранее на этом аккаунте качал, поэтому, собственно, он у меня 14 уровня, единственная эпическая карта, которая нужна в этой колоде. Ну а остальную прокачку увидите на своих экранах. Сегодня буду играть с 5400, начиная, и постараюсь подняться повыше. Не знаю, насколько получится. Опять же, по аналогии со вчерашним логбейтом, все может пойти наперекосяк. А может быть, даже просто не хватит времени взять 5600, потому что арбалет все-таки долгая играбельная колода. То есть для того, чтобы быстро выиграть, снести противника на 3 коронки, это надо, чтобы он сдался желательно. Поэтому, в общем, посмотрим. Полчасика порубимся арбалетом. И как получится, сколько трофеев получится набрать, все мои. Так, сразу ведьму он выставляет. Но я поставлю защитный арт. На этих трофеях очень мало кто играет с заклинаниями, я заметил. Здесь уже можно фаер отдать. Рано, да? Да, рано отдал фаер. Надо было дождаться, когда клетка все-таки подразрушится. Тем более арбалет на ней зафокусился, по-моему. Ну да ладно, я буду, в общем, по максимуму юзать свой 14-й арбалет. Как можно чаще буду стараться его ставить, потому что это самая сильная карта в моей колоде, 14-го уровня она. И, собственно, поэтому я буду играть через защитный арб, а не защитную Теслу. Хотя вот здесь вот у меня уже не остается выбора, это все-таки будет Тесла. Стрелы, так себе, если честно. Защитился, хорошо. Ну, при этом 7 единиц эликсира я потратил, он 10. То есть у меня есть небольшое преимущество по эликсиру, но этого все равно недостаточно. Пока не буду рыпаться, пока снова поставлю, наверное, защитный арбалет. Да, тем более Валькирия появляется на поле боя. В общем, пусть он этой Валькирии что-то пытается сделать. Так, ну здесь будем рыцарем защищаться и сейчас убьем скелетиков. Не, не убили скелетиков, не всех скелетиков, которых я рассчитывал, убили во всяком случае. О, вот он сейчас мне дает возможность, короче, крутануться до еще одного арбалета и пойти в атаку. Правда, сейчас начнется двойной эликсир, и может быть он успеет накопиться до мега-рыцаря. Нет, не успеет, потому что он закидывает гоблинскую бочку, от нее защищаться я не буду. Мне надо прикрывать теперь свой арбалет, поэтому Тесла в такую позицию, рыцарь. Нет, бревно. Ну, какой-то урон я нанес, поэтому уже хорошо. В принципе, можно уже уходить в глухую атаку и сушить игру. Правильная игра арбалетом подразумевает, что в определенный момент у вашего противника становится сухо во рту и очень печально. Потому что он пытается разнообразными способами пробить вашу защиту, а у него не получается. Вот и сейчас не получилось. Можно поставить просто Теслу вот такую, и все. У него нет тяжелого заклинания, и поэтому я могу здесь вообще выстроить сколько угодно защитных карт. И просто закидывать его фаерболами. Бревно, конечно, нельзя здесь использовать, потому что бревно мне нужно против гоблинской бочки. Ладно, фаер. И докрутиться до еще одного фаера осталось. Здесь Теслу ставим защитную. Ледяного духа, может, он его проворонит.
Да, он отдает стрелы, это значит, ледяного духа он игнорирует, это зря. Первая победка. Ну, кстати, он немного урона-то нанес по правой вышке. Это потому, что я игнорировал его гоблинскую бочку. У меня здесь уже скоро будет 100 тысяч золота, и я улучшу, наверное, фаербол до 14 уровня. Хочу мощные карты в колоде. Конечно, правильнее было бы, наверное, подтянуть Теслу или лучниц, или рыцаря. В общем, много карт здесь еще предстоит прокачать. Но я хочу 14-й фаербол. Прям есть такое желание, чтобы такой закидываешь фулового, вернее, в 13 уровня, например, мага. И противник такой, ты его не убьешь. А ты такой, оп, и все, и он складывает ласты. Вот, кстати, это та игра, в которой я буду закидывать в 13-го мага свой... А, у меня пока 13-й фаербол. Вот уж размечтался, уже думал, все. Почувствовал уже силу, хотя силы еще не было в руках. Так, ладно. Че, у него воздушный шар, главная атакующая карта. Пойдет. Пойдет. Так, ну, здесь, наверное, надо будет лучницу еще добавлять, потому что миньоны... Миньоны здесь не дают мне нормально разменяться. Бомбочка не взорвется в вышку, она далековато, поэтому все в порядке. Интересно, он снова будет атаковать с магом и... воздушным шариком. Я ставлю, опять же, защитный арбалет. Я думаю, что у него нет тяжелого заклинания. Очень, во всяком случае, на это похоже. Ага, так он решил. Ладно, тогда Тесла. Ну, здесь умрет мой арбалет, к сожалению. Да ладно, еще и долетел, серьезно? Пипец, просто пипец. Ну, на двойном эликсире я, конечно, его обыграю, но когда вот так долетает воздушный шарик, это неприятно. Лучниц надо мне, значит, приберегать. Не надо мне лучниц выставлять ни на что, кроме воздушного шарика. Так, здесь так и так. Ледяной дух. И скелетиков. Я не хочу, чтобы миньоны здесь арбалет мой трогали или тем более мою вышку. Агрессивный арбалет, настало твое время. Воздушный шар? Нет, не воздушный шар. А вот теперь воздушный шар. Ладно. Бревнишко здесь отдам. Ледяной этот... Снова шажочек назад, снова защитный арбалет с Теслой. Лучниц тоже выставлю. И агрессивный арбалет. Все, погнали. Погнали. У него нет эликсира на воздушный шар сейчас. Не буду фаер закидывать. Лучше в прикрытие сыграю. Теслу поставлю. Да, и фаер вот сейчас. Ну, какой-то урон зашел, но не тот, на который, конечно, я рассчитывал. Давайте ледяным духом заставим его еще что-то выставить. Арбалет здесь очередной. Так, ну здесь рыцарь пойдет. Блин, как неприятно, гигантский скелет. Ладно, бревно надо отдать. Хотел я его против... против армии скелетов сэкономить. Не получилось, не удалось. Да блин, армия скелетов дурацкая. Так, я сейчас так проиграю такими темпами. Фаер здесь отдам. И Теслу защитную. Ледяной дух. Ой, Теслу надо ставить снова. Блин, как плохо. Лучницы. Этот крутится просто. Армия скелетов меня вообще просто в этой игре очень жестко напрягает. Да меня все в этой игре жестко напрягает. Мне надо переходить в атаку каким-то образом.
Не могу я пока этого сделать. Но здесь мне надо уже рисковать. А, ну все, это поражение. Блин, как я плохо играю арбалетом, друзья. Как я плохо играю арбалетом. Или это все-таки была контра? Или что? Не знаю. Или у меня просто не хватило прокачки картишек. Ладно, двигаемся дальше. Скелетиков скину для начала. Но здесь с лучницами защищусь. С рыцарем. Да ёлки-палки, ну что такое? Чё, я так и буду проигрывать? Что-то мне это не нравится. Ладно, всё, пиу-пиу. Время пиу-пиу. Или еще не время пиу-пиу. Да, еще не время пиу-пиу, наверное. Хотя, всегда найдется время для пиу-пиу, тем более, когда он ставит палача. Здесь уже хочешь не хочешь, а в атаку пойдешь. Что, он копит на что-то тяжелое, что ли, или что? А, ну понятно. Не, прости, так это не работает. Рыцаря, наверное, здесь зря я выставил. Да, у меня сейчас очень большой дефицит по ресурсам. Надо бревно здесь отдавать. И все равно я получу огромный урон. Как так? Я вообще не понимаю. Просто как так? Создал, блин, аккаунт с арбалетом. Не надо было рыцаря выставлять к мостику, надо было дождаться. Ладно, будет игра без вышек. Файер. Так. Ну все, Теслу защитную надо ставить, пока есть... Есть что защищать, ставим Теслу. Вообще меня эти гигантские скелеты запарили. Какого фига мне дают гигантских скелетов против арбалета? Что за прикол вообще? Бревнишко здесь, здесь скелетики. Здесь рыцарь. В общем, защитился худо-бедно. Блин, фаер надо закидывать. Так, и остался я без добивки. Блин, мне надо докручиваться до фаербола, ёлки-палки. У него нет тяжелого заклинания. И вообще никакого заклинания нет. Очень плохо сыграно. Да, у него вообще же не было никаких заклинаний. Ну да. Красавчик, что сказать. Все, надо собраться, надо понять, что, как мне действовать. Гигантский скелет. Ну, конечно, конечно, гигантский скелет. А что еще могло быть? Третью игру подряд мне гигантских скелетов пихают. А разработчики будут продолжать утверждать, что нет никакой. Никакой подкрутки в Clash Royale нет. Нету. Просто нет никакой подкрутки в Clash Royale. Ладно. Арбалет, он потому что по эликсиру тут просел достаточно сильно, поэтому я попробую проатаковать еще и попробую прикрыть его, но... Да. Плохо-плохо получилось. Урона немного зашло. И размен получился невыгодный еще, что самое печальное. Вот здесь теперь фаер закину. Теперь можно.
Он, кстати, по эликсиру сейчас проседает немножко, поэтому, может, он не успеет? Ага, не успеет, конечно. Не выдавай желаемое за действительное, Сергей. Ладно, тогда рыцарь против мушкета. Этот тоже без тяжелого заклинания, по-моему, играет. На этих трофеях вообще почему-то никто не берет в колоду тяжелые заклинания. Многие вообще без заклинаний играют. Странные товарищи. Ладно, тогда я буду через защитный арбалет играть. Если его нечем будет убивать, тогда у меня очень хорошие шансы выиграть в этой игре. Нет, 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 нет. Здесь никакой не арбалет. Здесь сначала Тесла. Так, ну бревно придется отдавать. Защитный арб. Защитный же рыцарь. Тесла здесь. Лучницы. Бревно лишнее было, наверное, его не стоило использовать здесь. Еще один защитный арб. Я буду их ставить пока, до тех пор, пока они приносят мне пользу. Плохой разряд. Бревно здесь отдам. Здесь ледяной дух. И переходим в атаку с арбалетом наконец-то. Да как ты успел докрутиться до своего... Я здесь бревно отдам. Ладно, защитный арп еще один. Ой-ой-ой-ой-ой. Можно было рыцаря, по-моему, здесь не выставлять. Здесь бревнышко отдам. Все, все, теперь ломаю его, просто ломаю его полностью. Ну ты уже переборщил, друг. Ты уже переборщил со своим агрессивным гигантским скелетом. Это уже перебор, это уже поражение. Это уже атака по двум сторонам, и это уже удача тебе защититься, как говорится. А что, защитился, что ли? Ладно, тогда на другую сторону снова переходим. Я добью его вышку, я добью его вышку. Да, все. Блин, ну как же долго игры проходят с арбалетом. Либо я, опять же, неправильно что-то делаю, либо так оно и должно быть. Так, хотел я улучшить фаербол, я его улучшу, друзья. Все, у меня фаербол теперь 14 уровня, арбалет 14 уровня, остальное 12-11. И 12 уровня становится аккаунт, кстати. И давайте еще откроем тогда сундук, раз уж столько всяких приколюх мне дается. Бревно. Бревно, принцесса. Ну ладно, пойдет. По сути, тоже бревно. Возможно. Так. Следующая игра. Надеюсь, не против гигантского скелета. Но здесь все, сразу против 13 уровня я играю. Так как меня повысили до 12-го. Воткну защитный арбалет, может быть. Я просто, когда не знаешь, что делать, ставишь защитный арбалет. Я вот по такой системе работаю.
Понятно. Понятно, вот она и ошибка. Нельзя просто так бездумно втыкать защитные арбалеты. Можно наткнуться на какого-нибудь голема. Ну хотя он мне сейчас поможет в защите. Может он сейчас молнию отдаст, а я такой оп и Теслу. Не, молнию он не отдаст, поэтому я оп и Теслу с рыцарем. И еще и с фаерболом, потому что иначе мне эту защиту не вывести. Так, элитку на другую сторону, под другую вышку переводим. И здесь бревно. Ай, по-моему, взрыв все равно нанес урон. Печальненько. Тесла, тогда Тесла. У него сейчас есть в цикле голем. Отлично. По-моему, это ошибка была от него. Да, все, прекрасно. Арбалет зафокусился куда нужно. Здесь будем защищаться от голема. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рыцарь, рыцарь, быстрее. Отлично, вроде успел рыцаря выставить. Здесь надо бревно отдавать, чтобы быстрее добить все это дело. Блин, проблемки. Я поставлю защитный арбалет. Мне надо вообще сейчас без урона защищаться, поэтому... Ой, буду пробовать, что делать. Теслу также. Здесь... Эй, куда ты, рыцарь? Куда ты идешь? Да не, все, здесь это... Здесь меня просто смяли этой колодой. Ярость, голем... Слишком много карт наземной атаки, которые способны арбалет втанчивать. Как все плохо идет. Все-таки арбалет это не мое. Не мое это точно. Голем с быстрым циклом еще. Сколько он? 3,6. Да, не намного медленнее, чем мой арбалет. Поэтому он всегда мог выставить голема на мой арб. Надо было мне преимущество, конечно, получить. Надо, короче, играть... Так, как я ненавижу играть. Безмозгло крутить скелетики, ледяной дух, бревно. Скелетики, ледяной дух, бревно, лучницы. Или Тесла там, короче, в зависимости от ситуации. Все, играю как арбалетчик. Как прирожденный арбалетчик, друзья. Бревно здесь нельзя отдавать в этом матчапе, он играет с... С пэлбейтом. Не успел прикрыть. Ладно. Блин, почему я... Вот я же знал, что он так сыграет. Почему я сразу не выставился? Так, здесь кривая бочка. Давайте попробуем. Тесла там будет от него? А, и бревно сначала. Ладно. Недостаточно, так, ну и чё? И чё, пиу-пиу? Пиу-пиу, судя по всему. Я уже не буду атаковать. Или буду. Не знаю, сейчас посмотрим. Пока особого смысла не вижу.
Давайте так, скелетиков сюда, сюда ледяного духа, сюда фаер. Ну, фаер не лучший, конечно, был, вообще далеко не лучший. Плохой даже фаер, я бы сказал. Давайте арбалет, пока рыцарь идет, прикрывает. Лучницу сюда еще добавим. Так, лучницу убейте, принцессу, и будет прекрасно. Отлично. Плохое бревно, плохая гоблинская бочка, все плохое. Ай-яй-яй, не успел опять прикрыть. Ну, хотя, может, арбалет все-таки стрельнет? Хотя принцессу добьет? Да елки-палки. Не добил даже принцессу. Ладно. Тогда эта задача ложится на плечи рыцаря. А, он с фаерболом играет. Валькирия. Здесь у нас лучницы в прикрытии. Ну и все. Здесь уже продавили. Ну, против спеллбейта это мой матчап. Здесь я уже должен был выигрывать. Как бы плохо я не играл арбалетом. Ладно, давайте финальную игру сыграем. Может, все-таки 5500 я возьму? Надо, чем раньше я пойму, про чего я играю, тем проще будет. Что делать-то? Давайте Тесла защитная. Отвратительный фаер. Но главное, что я защитился от Хога. Я вообще думал, что Валькирия тоже пойдет к Тесле, но у нее были другие планы как-то почему-то. У него есть землетрясение, скорее всего. Судя по тому, что я видел, это похоже... А, нет, это вообще что-то другое. Ну, давайте узнаем, может быть и... Не, не будем пока узнавать, пока я буду защищаться. Ну, здесь надо фаер отдавать уже, это точно, потому что Хога я иначе не задефаю здесь. Он заморозку отдал, кстати. У него, значит, из тяжелых заклинаний только заморозка, которая не контрит мои защитные арбалеты, поэтому буду играть через застройку. Арбалетик, арбалетик. Да, блин. Яд заморозка с... Заморозка с ядом. Печальненько. Сейчас опять заморозка, да? Да, заморозка, но на этот раз хотя бы я убью этого... Хога. Валька уже разогналась такая. Вообще. Ладно, тогда я буду крутиться Теслами. Чё? Не, пока не хочу пробовать атаковать. Слишком опасно. Валька, чтобы не перешла. Не, успела перейти. Блин. Как плохо. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Уже пора попробовать бы. Бревнишко здесь отдам, пожалуй. Ой-ой-ой-ой-ой.
Ну пробеги. Ну куда ты бежишь-то, зараза такой? Блин, он вообще игнорирует мою Теслу. Арбалет с Теслой вообще пофиг. Все, я иду в атаку. Мне типа надоело. Рыцаря в прикрытие здесь. Да-да-да. Да-да-да. Это было предсказуемо. Просто забейте. Просто забейте. Играет, блин, с заморозкой, с ядом. Что с тобой не так? Проблемы, что ли, какие-то? Зачем брать такое в одну колоду? Нет, не хочу на поражении заканчивать, поэтому сыграю еще раз. Блин, какая боль играть арбалетом. Вот я уже и 12 уровень против 11-го. Будет он что-то перед Спарки выставлять? Гоблина-гиганта какого-нибудь? Не, на этих трофеях нет такого. На этих трофеях играют чем-то супер самодельным. Разряд он отдал, поэтому сейчас скелетиками окружу Спарки и все. Ну или не все, придется Фаер еще отдавать, наверное. Да, Фаер пришлось отдавать, а он еще, кстати, с бревном играет. Но он-то без тяжелого заклинания играет, по идее, если у него бревно и разряд. Можно было, наверное, агрессивно арп поставить после его спарки, но у меня минимум эликсира, поэтому я решаю защищаться здесь. Понятненько. Понятненько, но неприятненько. Так-то. Хоть что-нибудь используют на моих... На мою мини-группу диверсионную. Понятно. Сейчас спарки, если поставят... Ставь спарки. Нет. Мини-пека, к сожалению. Да почему ты в нее-то стреляешь? Она уже под землей. Капец. Ну, хоть арбалет настрелял по вышке нормально. Он разряд вынужден здесь отдавать. Это хорошо. Здесь фаер. Я думаю, здесь достаточно. Да, больше ничего не надо выставлять. Так, скелетики. Ну, эту игру я выигрываю. Уже это очевидно. Мини-пека все равно успел подойти и дать тычку. Не-не-не-не. Короче, арбалетом нужно мне, конечно, подучиться играть. Я явно что-то делаю не так. Я даже знаю, скорее всего, что. Не надо ставить эти защитные арбалеты. Надо ставить защитные Теслы, крутиться... Крутиться, вертеться, и все будет хорошо. Ну, то есть я вот сейчас играю, ставлю зачем-то защитный арп, а надо просто вот Тесла. Лучницы, ну и, короче, дальше там по ситуации. Скелетиками разрядим. Фаербол здесь надо тоже отдавать. Еще одна Тесла получается. Еще одно бревно добивает спарки. Ну и все, собственно, я здесь защитился кое-как. Опять же лучницы. Тесла. Фаербол здесь хороший, хорошая возможность его закинуть. Бревно, докрутиться надо до еще одного фаербола. И, собственно,
или до еще одной Теслы. Ну, неважно, в общем, не суть. Вот так фаер закидываем и забираем победу и заканчиваем вообще навсегда играть арбалетом. Ну, не навсегда, но на сегодня точно, с меня достаточно. Захотел я, блин, поиграть арбом. Короче, учиться и учиться еще. Все, друзья, если вам видос понравился, то поставьте лайкос, если не понравился, дизлайкос. Все это очень важно, опять же, напоминаю. На этом буду заканчивать. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Всем пока.